качались ветви на ветру. В сырую зимнюю погоду, декабрьским днем в окно смотрю на превосходную природу. На ветвях капли от дождя дрожат прозрачною слезой. Хотя эпоха декабря, но что-то связано с тоскою. Плачевная тоска зимою, растрогана погода с чем? Что дождь декабрьскою порою вызван теплом, однако кем? Морозы вроде бы и были, зима суровая пришла, о них на время позабыли. Погода, знать, с ума сошла. Тепло, наверное, ненадолго. Уже повсюду тает снег. Как говорится, все без толку. Это лишь только все на вред. Тепло сегодня, а что завтра? Мороз ударит. И тогда, что гололед ведет к несчастью, природа будет в зоне льда. Деревья вновь обледенеют, ветви деревьев и кусты таким всем образом болеют. Вот где причины для тоски. Кому поблажки зимой нужно, чтобы испытывать болезнь? Вреда такого всем не нужно. На Новый год кому? Зачем? Будьте все люди осторожны. Зиме пока не вышел срок. Все шалости зимы возможны. А вам здоровья в Новый год.